Тебе известно, что Винтерхолд когда-то был сердцем Скайрима. А теперь это так, окраин. Немногие хотят это признавать, но мы-то знаем правду о Великом Обвале. Винтерхолд потерял большую часть своей истории и влияния. Я хочу это изменить. До меня дошли слухи о том, где хранится шлем Винтерхолда, тот самый, который Ярл Хансе носил в первую эру. Хансе должен был стать верховным королем Скайрима. Этот шлем мог бы привлечь других ярлов на мою сторону и добавить мне веса в стране. Хорошо. Вернешься, тебя будет ждать кошелек с золотом. Ладно. Я весьма уважаю школу восстановления. Если не поставишь мне еще кружечку, то можешь идти дальше. Мы не так богаты, как Вайтран или Солитьюд, но мы сделаем все, чтобы вам у нас понравилось. В Винтерхолде жизнь не богатая, но нам нравится здесь. Мы тут родились. Да он мне столько денег должен, что можно было бы сжечь эту таверну, отстроить и снова сжечь. Просто для забавы. Да, ему не всегда везло в жизни. Но я не могу ему позволить тут напиваться, пока он не отдаст хотя бы часть долга. Да пожалуйста. Он сейчас довольно трезвый, может и послушает. Угу. Я... По какому праву ты мне приказываешь? Я и заплачу, когда буду готов. Не надо ничего такого. Я заплачу. Скажи Харан, что она получит свое золото. До встречи. Если ты хочешь выпить или поесть, только скажи. Если ты хочешь поступить в коллегию, не обращай внимания на издевки местных. Просто не замечай их. Спасибо. Он хороший человек. Просто не дружит с деньгами и выпивкой. Мой муж Дагур рассказал бы тебе парочку историй. О, у меня есть несколько вещей Ранмера, которые он заложил, когда еще платил. Думаю, они по праву твои. Ладно. Приветствую. Приветствую. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Мне... Тебе известно, что Винтерхолд когда-то был сердцем Скайрима. А теперь это так, окраин. Можешь себе представить, что это владение когда-то боролось за право быть столицей Верховного Короля? Может быть, теперь другие будут меня слушать. Вот твоя награда, как и обещано. Прими благодарность Винтерхолда. При дворе есть покои для нового Тана. По большей части это просто почетный титул, но и у него есть несколько привилегий. Однако даровать этот титул я могу только тому, кто известен в моем владении. Помогай моим людям, тогда я сделаю тебя Таном.
Удачи тебе. Тогда, по праву ярла, я нарекаю тебя Таном Винтерхолда. В знак твоего нового звания прими это оружие из моей оружейной. Я также сообщу страже о твоем новом титуле. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из черни, верно? Угу. Да хранят тебя боги в битву, друг.